Всем привет, друзья! Вы на канале Саша Плей и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня я захожу на новый сервер, который называется Огромный город. Вот у нас медиафайлы. Ждем загрузки, и вот мы заходим. Все, вы можете посмотреть, что я ни разу сюда не заходил. Так, я подключился. Это что? Почему от золотого блока это из-за компостера. Ладно. Здесь креатив, блин. А это что? Это еще что такое? Ого, а вот это еще что такое? Стоп. Стоп. Как они это сделали? Какой-то жилой дом красивый. Это что, магазин техники? Так, это нам надо. Для города пригодится. А, это магазин Apple, вот. Пицца. Пригодится. Макдональдс у меня и так уже есть. Ну, то есть вкусная точка. Короче, вот это пригодится. Вот это пригодится. Сейчас, одна секунда. Вот так вот. Хопа. Все. Дальше. Что это? Что это вообще такое? Аквариум? Не. Что это за зал такой? Вот тут где-то написано, что это. Это что-то красивое. И не сказать, что маленькое. Стоп, это... Но тут я вижу бассейн, окей. Короче, я не знаю, что это. Но что-то интересное. Тут что? Тут красиво. Ого! Тут тоже все очень красиво. Стоп. А как? Стоп. А такие штучки есть? Так, сейчас я это и проверю. Возьму любой блок. Да! Офигеть. Так, тут что? Тут стройка идет, я как понимаю. Тут домик. Тут домик. Красивый. Нифига себе. Тут еще и пол клетчатый. Так, тут что? Какие-то рандомные постройки. Тут что? Гостиница чья-то. Я хочу что-то здесь тоже построить. А где тут конец зоны фиалка-код? Замку. Если отличить чуток подальше. О! Наконец-то зона закончилась. Стоп, этот зон что, без зоны? Ой, я уже путаюсь. Не, этот дом с зоной. Надо тут что-нибудь отстроить. Вот это что? Дом без зоны. Странно. Тогда я поселюсь здесь.
Так, установить позицию 1. А тут что, тоже дом без зоны? Ладно. И назову это дом Саши. Вы не можете защитить зону, зона слишком большая. А если так? Дом Саши. Все. Теперь у меня есть два личных дома, которые кто-то не заприватил. И теперь... Нифига себе! Сколько? 14512-я зона? Офигеть, этот город популярный. Не, ну в целом все красиво. А это что? А, ну ладно. Красивая броня. Здесь что? Просто выход. Ладно. Посмотрю, что тут еще такое есть. Какая-то розовая постройка. Аквапарк из шерсти. Интересно, а динамиты здесь взрываются? Надо бы проверить. Нет, не взрываются. Ок. Настоящий огонь, я тоже, как понимаю, не работает. Интересно, а тут есть модный драконик? Нет, модный драконик нету. На World Edit мне точно не дадут. Короче, все, я полетел. Это что, особняк? Не, вот это мне бы пригодилось. Так, ладно, нет. Вот что это? Разгромленное здание. Это Night Crawler. Знал бы я, что это значит. Бу. Гениальное название какого-то заведения. Бу. Так. А это что? Это фудтрак? Это... Так, ну, фудтрак мне в целом пригодится. Да, я понимаю, что это, походу, не фудтрак, но все равно. Это что за офис огромный? А, это торговый центр. Блин. Ошибочка вышла. Это что? Я. Или это не я? Звеговск, Звениговск. Не знаю, что это значит. О, светофор. О, а тут он сделан прикольно. Так он еще и двойной. Только тут человек накосячил. Защищено фиалка-кот. О, это что еще такое? Ё-моё. Так, я как понимаю, мне с другой стороны надо. Один, девять, восемь, четыре. Супер, ой, супер огромное здание. Что внутри? А внутри пусто. Стоп, тут снизу еще что-то есть. А снизу не пусто. Снизу есть ступеньки. И тоже пусто, ладно. Так, тут что? Тут что-то поломал. Обменник. Обменять этот магазин распродан.
Это что еще? Ок. Нифига себе тут постройки. Ну, эта постройка тоже красивая. Так, скриним. Заскринил. О, а это еще. Футбол. Футбольное поле. В принципе, логично. Скриним. Заскринил. А как они играют в футбол? Там, где в футбол не поиграть, потому что это не премиум сервер. Ладно. Ё-моё. Это аквапарк? Серьезно? Ну, что-то, если честно, на аквапарк. Хотя нет. На аквапарк похоже. Красивые горочки. А это что за зеленый магазин? Кафе-парк. Скриним. Не, ну тут вообще прикольный сервер. Это какой-то паркур, это рынок, точно. Блин, самое основное, что мне мешает сейчас, это вот это, вот этот миллиард зон, который тут стоит. Бандит Бонни. О, колесо обозрения. У них тоже оно есть. Только оно явно поменьше, чем у меня. Ну да, тут только 8 кабинок. Так, ладно, это что? А, это парк аттракционов. Так, американские горки мне нужны. Все. Американские горки. О! О! А это идея? А, блин, внутри оно, конечно, не очень, но надо будет использовать вот эти вот деревья, короче. Так, скриню американские горки. Знаете, я потом зайду к себе на сервер, буду там это все перестраивать. Это что за вилла? Блин, она запривачена. Ну ладно. Но зато она красивая. Ну не, такое мне не нужно. Так, это нам не надо. Это что? Внутри пусто. Это. Блин, мне вот хочется сейчас долететь до конца города. Где тут зелька ускорения? Ой, не то. Беру 999 зелек ускорения. Полетели! Уху! Моя задача долететь до конца города. Да тут на самом деле на таком расстоянии еще красивые постройки строят. Так, 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 так. Это что такое? Не знаю, что это, но это что-то очень красивое. Сосны. Гигасосна. Дороги всякие. Тут все еще иногда встречаются где-то. Вот. А, все, я долетел до края города. Здесь уже больше не найти. Приходите в прекрасное кафе. Где тут прекрасное кафе? Так. Лучшее кафе. Стейрс. Стейрс, ау. Стейрс. Стейрс. Да Стейрс, блин. Ей как-то вообще пофиг. А мне пофиг. А почему здесь окна? Это стеклянные двери. Какой-то бомж-камел, который всех ловит на удочку. Допустим.
Я пока что скин буду делать. Пока этот бомж Камел тут ходит. Я даже, если честно, я даже не знал, что такой скин существует. Да, вот он. А олды помнят, что раньше основной скин был вот этот. Только олды это помнят. Так, ну я возьму себе, пожалуй, вот этот наряд. Аксессуары. Вот это, волосы. Мои любимые глаза. Вот эти, рот. Не буду менять верх. Пускай будет темно-зеленый, низ темно-зеленый, обувь темно-зеленая. Все. На. А мне, пожалуйста. Сейчас я заказ трудный дам. 97 хлеба. Не, чтобы жизнь медом не казалась, пускай будет 37 хлеба. А мне, пожалуйста, 37 хлеба. Как она их высчитает? Или это он? Я понятия не имею. Отдайте мой хлеб. 999. Ну, ладно. Да не рыбачь ты. Короче, сейчас будет поединок удочками. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Поединок удочками в ресторане. Лови аптечку. На. На. А ну стоять. На. На. Сейчас мы Стейрса поймаем. Выборы в Мими-Сити. Выборы все на спавн Мими-Сити. Вопрос. Где здесь Мими-Сити? Либо этот город это Мими-Сити, либо я не знаю. Так, сколько там видео длится? 18 минут? Нормально. Ладно, не, короче, я... О, а вот это колесо обозрения уже и получше, чем у нас. Это что? Что-то красивое. Это что? Два одинаковых здания абсолютно. Но мне такое надо. Все игроки на спавн Мими-Сити. Да мне сейчас не до Мими-Сити. Это что еще такое? Аэропорт. Ну, ладно. Адвокат Васильев. Какой-то там летает. О! Кто идет на выборы? Не, я поспавлю какими-нибудь рандомными символами. Во! Какой-то странный язык. О-о-о! Красиво. Так, тут что?
Неплохо. Тут что? Короче, сейчас пойду на эти ваши выборы. Что тут за правило? Если вы сама строите город, то можете название придумать. Если же компании лучше посоветоваться. Короче, напишу всем. Блин, мне надо ник покрасить, а то меня никто, блин, не заметит. Итак. Сервер 10 из 10. Увидите себя в видео. Пока. Все, ну а в целом думаю, что видео можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.